вот на комитете мы приняли решение, направили в правительство освободить от всех налогов местных те предприятия, которые не работают, которые закрыты. Как можно будет тем предприятиям, которые не попадают под этот закон, с убытков платить налоги? Здесь, в принципе, здесь помощь будет только работающим предприятиям. Они, у них уменьшится прибыль, но они будут на плаву. Но мы получим массовое банкротство, то, что первые этажи сейчас у нас в Орловской области закрыты. Это малый и средний бизнес, парикмахерские. С чего? Ну как вот ему заплатить налоги?